на говядине. Это все. Ой, а у меня лишние 5 гривен, это чьи? Это, наверное, начали. Дай денег. Ребята, это формула «дай денег» работает только в рамках данной игры, сразу говорю. Да, вы хотя вы можете, конечно, поэкспериментировать. Правила вы уже знаете. Вы же все, своим еще пятерка. Кому еще пятерка? Мне. Ай, ей нужна пятерка. Алла продолжает играть. Хорошо. Хочется спросить. Как появились эти салфетки, блин? Я не пойму, кто их ввел в игру. Они появились следом за этими бумажками. Для бумажки. А что с этими бумажечками? Вот какая была реакция на них? Ну, сказали, это деньги берите. Да. Сказали, деньги берите, вы решили поверить. Да? Там было написано «одна грны». «Одна грны». Да. А что с салфетками? Как вы поняли, что это деньги? Ну вот так вот. Дали и сказали. Сказали, это деньги. У нас тут создались настоящие такие отношения жизненные, да? Ты мне должен 2,50 и еще туда 10 гривен, а потом я тебе отдам там, мои 3 рубля. Ну, потрясающе. Скажи, Богдан, да? А как ты остался без денег? Отобрались. То есть, потом сразу, да, или как? У тебя применяли ли какие-то физическое воздействие? Нет? Только психологическое. Только психологическое. Еще должен, кстати. Еще должен. Не забывай, еще должен. Вот скажите, в правилах не было того, что вы можете занимать друг у друга, или когда я потом отдам, да? Как это появилось? В процессе игры. В процессе игры. Скажите, у кого какие были эмоции в процессе игры? У меня, например, было возмущение, у меня нет. Как нет? Давай все. Давай и все. Так, хорошо. Раздражала. Когда... Почему? Дай.